Ну какой ты молодец. Я не представляю, ну как ты такое мог построить? Ну это чудо света, 10-е или там 12-е, какое оно там. Ну я рад, что спустя уже столько дней тебе до сих пор нравится твой 8-мартовский подарок. Вот прям я рад, честно. Красота, я налюбоваться не могу, вот правда. Да, да. Ну... Тебе не кажется то, что все же в этой постройке чего-то не хватает, а? Да брось, все хватает, все отлично, ничего не надо доделывать. Не, ну если просто задуматься и приглядеться, все же мне кажется, ну чего-то не хватает. Да нет, все хорошо, нормально, все хватает. Ну вот неудобно как-то, вот тебе нужно подходить там, надевать крылья, взлетать, вот ну не хватает чего-то, чтобы комфортно, удобно было на нее подниматься, не? Да ну и ладно, на крыльях быстренько хоп-хоп, там пару фейерверчиков, там и все нормально. Ладно, если ты не понимаешь, я тебе прям в лоб скажу. Лифта нам не хватает, лифта, чтобы было комфортно и удобно подниматься, чтобы не утруждаться, просто такой подходишь к башне, такой стоишь, и лифт сам тебя вот и наверх поднял, а? Лифт! Я не знаю, ну давай вот такой же водяной поставим рядом. Ну, да ну туфта нафиг, какой водяной? Я тут, короче, в Майнкрафте узнал то, что можно делать лифт с помощью шалкер-боксов. А я тогда балерина. Причем... А в чем был... Да ну, это бред какой-то, невозможно, ты что несешь? Все возможно, нам просто нужно с Эндермира притащить шалкера вот сюда к башне. Все, это очень просто, все, максимум на это уйдет у нас часов 8. Но мы сейчас пойдем в Эндермир, на лодке тысяч километров, так блоков 6-7 притащим сюда одного шалкера, установим его, а потом на следующей серии еще штук 4 притащим, у нас будет ты куда ушла? Я в Эндермир? Не пойду. Ну, вернись обратно. Ну, давай для эксперимента просто одного шалкер-бокса вот сейчас вот это принесем. А я уже, кстати, я уже все подготовил, я забыл тебе сказать. Иди сюда, уже все подготовлено. Вот. Смотри, ради вот... Ради эксперимента 6 часов там или 8 потратить ради этой фигни. Ну, если мы хорошо постараемся, можем успеть за 1.5 часа примерно. Вот, а посмотри вот в этом шалкер-боксе, вот сюда. Ого! Тут, короче, все необходимые нам предметы, инструменты и блоки, которые нам вот сейчас понадобятся для того, чтобы перетащить сюда шалкера. А это, кстати, да, не удивляет. 8 шлемов, 4 нагрудника, 4 меча. Чё? Открылья. Да, это вот, ну... У многих сейчас, наверное, слюнька потекла, когда они это увидели. Починка, подводник, починка, защита 3, дыхание, читер. На стримы мои надо ходить каждый вторник, четверг и субботу в 7 вечера. И не пропускать то, как мы с пацантрой и пацанесами отправляемся в Эндермир и добываем вот эти нереально крутые предметы. Для чего еще стримы существуют, да? Так вот, почему тебя потянуло-то в Эндермир, все понятно. Короче, ты за или против? У меня есть какой-то выбор другой. Конечно, пошли. Ну все, пошли тогда. У тебя есть фейерверки? Да. Ну тогда доставай, надевай крылья и полетели, мать, вот в ту сторону. Ты первая. Ой. Да, летчик с тебя очень плохой. Подожди, сейчас еще раз. Я просто давно не летала. Сейчас, вот так. Оп. Ой. Пробел. Оп. Дай. О, все, полетели. Молодец. Как у нас говорится, Катя, когда мы летаем? Ой. Я себе нос сломал сейчас случайно. Вот видишь тот пеструк, который из воды торчит? Вот я только что хотела спросить, что это такое. Это прям под ним находится эндер-портал, чтобы мы сейчас не спускались вот туда, в эти лабиринты, и 2 часа не искали портал. Я его обозначил, вот. Я смотрю, ты так хорошо с ним подружился-то, с этим эндермиром. Я с эндермиром очень хорошо, да, подружился. Я уже там столько налетал, за всю жизнь на самолетах столько не летал. Вот, давай туда, Кать. Я тебя жду возле него. Опа, вот здесь.
Ой. Сейчас давай за мной, за мной, за мной, за мной. Здесь есть уже проход. Залезай в эту дырочку. Не забывай на Ctrl нажимать, на Ctrl, чтобы быстрее плыть. Ctrl. В дырочку попади, в дырочку. Пипец. Без подготовки профессиональной это сложно. Все, воздуха не хватает. Подожди, заново. Какой заново? Давай в дырочку просто попади. Сейчас, подожди, со своей дырочкой, подожди. Дырочка. Да ёпрст, это я не могу попасть в эту дырочку. Да как в дырочку надо Ctrl зажать, чтобы в дырочку попасть. Вот, выплыла, мать, так. Сейчас здесь где-то должна быть еще вторая дыра. Вот вторая дырочка, вот сюда. Да, вот в эту дырочку. Дырочек. Ну, тут только две дырочки. В одну попасть и во вторую попасть. Давай. Кошмар. Ой. Оп. И куда дальше? Я тут была. А сейчас давай в большую дырочку. Эти дырочки, конечно. Да, много дырочек сегодня у нас. Голову вниз, глаза вниз, ни на кого не смотреть, чтобы на тебя эндермены вот эти не нападали. Хотя все же как бы двоих-то убить надо, чтобы у нас эндерперлы появились. Но все, больше никак... У меня один есть эндерперл. Хорошо, ты молодец, но у меня нет ни одного, поэтому я сейчас вот этого зашандарахаю. Вот а так. Я заблудилась. Куда заблудилась? Там прямо просто надо было идти, Кать! Ну так я головой вниз смотрю и не знаю, куда идти-то. Вот я перед тобой, сюда иди. Передо мной только эндермены. Вот. Вижу. Пошли, давай. А у тебя есть блоки, чтобы простроиться? У меня только дерево, а шалкербокс мы забыли. Давай начнем с того, что это ты забыл шалкербокс, а я его взяла, вернулась домой, потому что ты мне его показал. Ну ты моя молодец! Так, давай я тогда забираю землю, вот это хватит, и шалкербокс я с собой забираю. Я-то думал, что сейчас уже кому-то придется вот это умирать и домой возвращаться за вот этим, за ящиком. Давай, прыгай вот сюда, не смотри, пожалуйста, на эндерменов, то сейчас нас столкнут отсюда, давай, за мной. Главное не грохнуться, а то я это умею. Да, ты это очень сильно умеешь. Так, запрыгивай вот сюда. Ой, чуть не упала. И эндерперлом кидай вот в эту дичь. Туда прям. Да прям туда. Вот, улетела. Опа, и я улетел. Так, даровесенькие булы. Ну и сейчас самое сложное. Найти летающий корабль, найти вот эти все данжи и приручить одного шалкера. На поводке? Ай-яй-яй. Ну, ты прям что-то очень сильно ему не понравилось. Ай-яй-яй. Ну я так ты, меч. Ты не убегай от него, ты бей его. Пошли. Ты должен меня защищать. Ой, ты бей. Пошли, мать, давай. Наша задача, Катюх, найти как можно ближе вот этого шалкера от координатов 0000. Потому что именно потом вот туда нам нужно будет его доставить. Кстати, нашли! Уже нашли! Ха-ха! Так, хорошо. Так. Пока ничего не понятно, но очень интересно. Ну, я потом все объясню. Так, а подожди, а мы вообще вот это место залутали или не залутали? Потому что здесь еще башка дракона есть. Ой, а куда идти-то вообще? Что делать-то? Вижу. Кать, я застрял. Вытащи, спину сломал. Кать. А можно тебя так оставить? Сейчас, подожди, я облутаю быстренько. Кать, вытащи меня, я спину защемил вот это. Ладно, сейчас. Все, вылез. Так, пошли за мной. Вот это, шалкеров не трогай. Давай спускайся вот. Подожди, так мы это место даже не лутали, я там крылья вижу. О, два зелья исцеления, заберем. Че говоришь, крылья? Где крылья? Вот там крылья, вот там, видишь? Оказывается, мы это место с тобой даже не посещали. Так, ну подожди тогда, не бей вот этого, не бей. Вот сейчас мы его как раз таки и заберем. Эй, подожди, если там есть какие-то прикольные щечки в сундучках, оставь мне, пожалуйста. Так, тут есть алмазный нагрудник, шипы, огнеупорность, алмазная лопата, лопату себе заберу, наконец-то. Не надо лопату себе забирать, подожди, да я поставлю вот это, нужно лодку поставить, лодку, как лодку поставить, лодка вообще не ставится. Все! Отдайте лопату! Подожди, вы опустите, я опять застрял! Так, лопата, там была обычная лопата. Вот она валяется, я хочу ее взять, но я подлетела. Нет, пожалуйста, ну отдай лопату! Прочность! Пожалуйста.
Прочность и шелковое касание. Я тебе молю, но я хотела себе забрать, я просто подлетела, это чертовая гравитация, верни лопату. Пожалуйста. Все, не ной, у меня есть своя, на эффективность 4, все хорошо, на, забирай. Спасибо. Пожалуйста, так. А еще я забрала 4 алмаза. Ах ты собака в алмазных шмотках, а верни хотя бы алмазы. В смысле верни, я их нашла первая. Ну ладно, хорошо, так, здесь я тогда вот это забираю. И крылья забираю. Я нашел алмазные нагрудники, я нашел алмазные ботинки на защиту 4 и починку. Подожди, а мои на защиту 4 и починку? А... У меня... Так можно мне такие лучше? Я не хочу вот эти вот ледоходы, вот эти вот отпусти и забудь. А, да, у тебя же вот эти ботинки на ледоходы, которые раздражают и меня, и Катю. Ладно, давай, меняй. Отлично. Крылья тогда я себе забираю, вот так вот, и здесь больше ничего нет. Главное, мне сейчас голову не разбить. Все, Катя, жди меня внизу. До свидания. Я... Ты... Я поплыл, пока. Не-не-не-не, ты же сейчас упадешь. Опа! Я жив, если шо! Это как сейчас произошло? Это просто бессмертная, вот эта бесконечная лодка у нас получается. Вот, все. Давай спускайся! Кошмар. Я сейчас просто... Я столько много нового узнаю. Ой, Кать, ну сейчас самое сложное. Потому что нам нужно простроить мост до координатов 0-0. А мы сейчас на координатах 1000-1000. То есть нам нужно с тобой будет на вот этой лодке проплыть 1000 блоков. Ну это не так много, как могло быть. Ну да, это и не 5, и не 6 тысяч блоков, но все же минут 30-40 на это точно потребуется. Поэтому давай приступим к этому, к сооружению моста. Не хочу. Да, Ленка твоя коза, конечно, та еще, я вообще не ожидала от нее. А Петька чё? Который сосед твой? А? Не, ну нормально, нормально, в принципе. Охранником устроилась, это хорошо, работа хорошая, зарплата хорошая. А ты-то где работаешь сам? Чё вообще, как? После школы ты куда пошёл? Ты себе друга там нашёл или что? Не могу понять, эндерменяка вот этого. Вылезай давай, нам нужно шалкера тащить. Ты на него посмотрел, что ли? Я посмотрел, ты смотри, как он вот это раскукарачился. Конечно, раскукарачивался, мы тут с ним вообще куковали, нормально так беседовали. Я видел, я слышал, да, вы про жизнь разговаривали. Все, короче, Катя, я тебя ждать не буду, до свидания. Эй! Давай поднимайся, мы с Шалкером уже вот это в дальнюю дорогу отправляемся. Да Леха нормальный мужик, ты че, давай с собой возьмем его. Леха меня начинает, Леха, уйди, уйди, Леха, Катя, защити меня от Лехи, защити! Лёш! Катя, тебя сейчас убьёт, и Шалкера тоже убьёт! Убей Лёху! Ядрёный пельмень! Лёш, ну давай без этого. Только ну... Шалкера не бей, Шалкера не бей! Фу, ты блин... Ну пришлось Лёху убить, ну вот так. Лёш, какой... прости. Хороший был мужик, наверное, хоть я его и не знал. А, ну так вот, давай, иди в лодку, мы тебя Шалкерчиком вот здесь ждём. Так, а как мне в лодку попасть? В какую лодку? Сзади там есть лодка, я еще одну поставил, Катя, специально для тебя. Ой-ой-ой-ой. Так вот, я думал, что все будет намного сложнее, а мы до следующей серии еще где-то 4 шалкера перетащим домой, потому что оказалось то, что здесь только 1000 блоков до портала, который нам нужен. Это вообще фигня, фигня по сравнению с Эндермиром. Вот, буквально через 10 минут и мы уже там будем. Прям плывем на лодке? Прям плывем вот так, да, 1000 блоков. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ты каждый блок считать будешь? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Я устала. Бип-бип, мазафакеры, с дороги, с дороги, с дороги, давай туда, да, с проезжей части, ага, до свидания. Бип-бип-бип, вам что, как бы правила не писаны, да, ты тоже давай, бип-бип-бип, ушел, посторонись, ты налево упал, ты направо упал. Кать, не стесняйся, сталкивай этих всех эндерменов, а то они слишком наглые рожи. Так
ты впереди меня идешь, я не могу сталкивать. Ушел. Разошлись! Поворотник налево, Кать, не забываем. Здесь главное повернуть и не шандарахнуться. Справишься с этой задачей? Да нормально, я же вот недавно сдала на права. А, всё да, нормально. Кстати, да. Мне кажется, можно всем поздравить Катю с тем, то, что у нее водительские права появились. Вот. Да. Ура, приехали! Да, не прошло и 15-20 минут. Осталось не напортачить и подъехать вот туда, к этому порталу, построить площадку для телепортации шалтербокса, и все! Все готово! Да фигня дело, каждый день таким занимаемся. Ну, как бы да, вот после этой серии мы еще 3-4 перетащим, чтобы в следующей серии уже лифт был готов. Только я пока не понимаю, как этот лифт работать будет. Ну да ладно. А, поняла. Ну ты молодец. Сначала как не поняла, потом как поняла. А потом как поняла, а потом не поняла. Кать, наша парковочка будет примерно вот здесь. Вот так, все, вылезай. Сракотанцию поднимай свою. И сейчас пришло время для очень сложной конструкции. Надо взять полублоки и заставить все здесь к чертовой бабушке. Оставить дырочку только маленькую? Оставить дырочку, да. Проблема в том, то, что мы с лодкой не сможем шалкера переправить через вот этот портал. Поэтому нужно его с лодки высадить. А когда ты высаживаешь шалкера из лодки, он может тепехнуться в любое место. Поэтому нужно здесь все застроить полублоками, чтобы он тепехнулся именно вот сюда, сразу в портал. Я сделаю вид, что я поняла. Хорошо? Ну, ты ничего не поняла. Нет, конечно. Иди сгоняй домой за полублоками, это у меня кончились. А как мне домой попасть? Ну, через портал. Так я же закончу Майнкрафт. Ты уже его кончила давным-давно, когда мы вот это первый раз дракона убили. Я тебя здесь жду, давай. О, я дома. Итак, остались считанные секунды. Все ли у нас получится? Не переключайтесь с канала. Вы должны увидеть это первыми. Сейчас должна играть здесь такая интригующая музыка, накаляющая. Прямо сейчас играет здесь интригующая музыка. Я убираю вот эти блоки, чтобы наш шалкерчик не телепортировался обратно. Вот так. Мы здесь все застроили, как вы видите, полублоками. И через 4,5 секунды я ломаю вот эту лодку. Все готовы? Давай. Ага. Так, вот это я не ожидал, то, что такое получится. И что дальше делать? Так, а как тебе вот туда надо запиндюлить, вот туда внутрь? Ёпер. Ты издеваешься, что ли, не могу понять? А внутрь-то тебя как запиндюлить? Вот туда, вот на блок ниже, пожалуйста. Да, ёшкиный кордон, издевается, походу. Так, ну давай вот это тоже грохнем. Ага, и он сейчас вообще не понял. О, все, молодец, молодец. Сейчас осталось вот это. Еще, подожди. Так, сначала мы опускаем вот это вниз, да, вот так. Сейчас ломаем вот это. И вот сейчас, Кать, ключевой момент. Все ли у нас получится или нет, мы не знаем. Раз, два. Пропал. А ну прыгай, давай, он там? Скажи, пожалуйста, что там, потому что я не буду все заново. Нет, подожди, это старый, стоп, а где, куда он? А, вот он, нашла, давай сюда скорее. Слава яйцам куриным! Так, подожди, а где мы вообще чуть... А чё, папа, почему мы дома-то, я не могу понять, появляемся, если мы должны у портала появиться? Хотя за почему я возмущаюсь? Здесь же намного ближе его вот туда, к Эйфелевой башне, передвигать. Нам всего лишь-то осталось сейчас его опять в лодку погрузить, построить ему мост, переправить туда к Эйфелевой башне, и еще такие 4 штуки надо перетащить. И все! И лифт готов! Ага, все, я выхожу. На сегодня хватит, я и так уже дострадалась. Ты видел время вообще? Сколько мы на это все потратили? Да я устала уже.
Ну, часика 2,5-3. Не так долго, как могло бы быть. Давай лодку строй, давай подожди. Извини, нет, 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 нет. Я пошла лучше к себе в домик рыбацкий, отдохну. До свидания. Ну чё, чувачок, здравствуйте! Вы давно не были в нашем обычном мире, да? Ну ничего, ничего. Сейчас вы нам будете служить как лифт. Перетащу, а потом и за вашими братиками вернусь. Ой, вот так, все. Погнали!